Добрый день, с вами Империя Пикчер. Сегодня я покажу вам, как рисовать метели акварелью. Если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Для начала мы намечаем, как у нас будет распределяться снег по дороге. Обозначим на переднем плане вот такие холмики аккуратные. Небольшой кусочек будет в уголке слева. Далее мы намечаем горизонт. И снег набрасываем так вот по дороге. Саму дорогу тоже можем наметить. Она будет у нас сужаться ближе к горизонту, сходить в точку в одну, на нет. Сходить на нет. Затем мы намечаем по краю дороги деревца, которые будут на некотором расстоянии друг от друга, и они будут без листвы. Мы их намечаем такой общий силуэт, показывая их примерный размер и форму. Можем чуть получше выделить теперь наши линии снежные, придать им тоже форму более интересную. Они также у нас, чем дальше, тем более узкими становятся. В принципе, это все, что мы наметим карандашиком. Можем приступать к акварельке. И сначала мы намочим все наше небо. Пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Ждем вас к нам на обучение. Мы добавляем ультрамарин синий на верхнюю часть неба. Далее используем более серый оттенок. В целом у нас этот рисунок будет в таком сероватом виде. Мы прям записываем деревья. Их видно сквозь акварельку, потому что карандашик просвечивает. Поэтому не будете записывать. И далее возьмем этот серый более темненьким, вписывая в него немного голубоватых тонов ультрамарино-синего. В том числе и прописываем как бы саму дорогу. Она у нас будет более темненькая, а в остальном снег он будет более светлым. Вот этот уголочек мы записываем и проводим в правую часть листа. Вводим, можно сказать, там до конца в краешек листочка. И показываем форму при этом. Она не должна быть там ровной, кое-где могут образовываться такие ямочки. Снег выступать может бугорками. Сам снежочек мы затонируем таким серо-голубым оттеночком. Можно прям, чтобы у нас асфальт немного затекал в этот снег. Чем дальше, тем можно потемнее взять тон. И вот здесь уголочек доделываем. В принципе, остается теперь нам наметить деревья. И мы создадим вот такой вот легкий проход по снегу, как будто бы создать такое ощущение движения в угол по диагонали, размывая границы и показывая, что у нас немного есть такой эффект метели. Снег еще кое-где дорабатываем, можем его затемнять на дальнем плане. И оставляем наш рисунок подсохнуть. А затем мы вернемся и доделаем деревья. Для деревьев я буду использовать такую светло-серую красочку, смешаю оттеночек. И нанесу силуэт деревьев. Тут вот, начиная с дальнего плана, дальние деревья будут между собой так немножечко соединяться, образовывая общую массу. Также мы можем идти через более голубенькие тона. И чем ближе деревце к нам, тем мы их затемняем, делаем такие более контрастненькие и добавляем
веточки тоже сухие на дальнем плане. Это все мы делаем после того, как наш фон просох. Затем мы обозначаем стволы деревьев. Эти стволы могут раздваиваться, на них могут появляться веточки. Сами они тоже могут быть по форме такие немножко волнистые. Поиграйтесь с формой, с размерами. И крайнее деревце у нас будет такое уже более пририсованное. Много веточек, без листвы, опала вся листва. Затем берем более темный оттеночек и прям поверху еще добавляем слой, который будет лучше виден на переднем плане. А то, что у нас позади, это будет такой уже дальний план. Как раз мы таким образом передадим ощущение вихря такого, который раздувает границы деревьев, метель. Тут вот отбросим небольшие тени, смешаем так немножечко с небом. И теперь прорисуем деревце с другой, с противоположной стороны, точно таким же образом. Деревья, которые дальше, у нас получилось такие прям безликие, как пятно видны. Но таким образом мы и передаем пространство. Мы деревья намечаем тонкой кисточкой, самым ее кончиком, делая острые веточки в разные направления, коротенькие и более длинные. Так вот немного уберу лишний тон и прямо так вот размывающими движениями захожу на снег, прям размывая вместе с дальним планом. Усилю тон, возьму более такой темный черный оттенок и кое-где подчеркну деревце. Где-то оно растечется, как вот с левой стороны начинает растекаться, это смотрится тоже интересно. В акварели стоит доверять таким моментам, и когда они появляются, сохранять их, они дают какую-то такую неповторимую красоту, очень сложно это повторить будет вновь, чтобы было точно так же. И вот такая метель акварель у нас с вами получилась. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм находится в описании к этому видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!